Учащиеся 121-й самарской школы на несколько часов превратились в инспекторов дорожного движения. Ребята подготовили для самарских водителей новогодние игрушки, поздравительные открытки с дорожной тематикой. И в сопровождении инспекторов ГИБДД вышли на улицу около школы, чтобы поздравить участников дорожного движения с праздниками и вручить подарки. Мы дарим подарки, это, конечно, всегда приятно. Второе – это напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Ну и дети, когда дарят, естественно, приобщаются к безопасности и проводят свои маленькие беседы с водителями. Но игрушка должна не просто украсить новогоднюю елку, но и напомнить ее владельцу о правилах поведения на дороге. Очень важно, эффективно для детей. Но это прежде всего интересно для детей. Это интересно для детей. Они с безумным удовольствием готовили сегодня все елочные игрушки, изучали с самых ранних лет правила дорожного движения. И они сегодня очень рады. И для них это первый случай, когда они плечо к плечу будут сегодня взаимодействовать с сотрудниками автоинспекции. Инспекторы ДПС останавливали автомобили и напоминали водителям о необходимости соблюдать ПДД, а также внимательно следить за погодными условиями. Поздравили их с наступающим Новым годом и пожелали безопасных дорог в новом 2023 году. Водители юных инспекторов встречали с улыбкой. Безопасная дорога – это очень важно, особенно наши детки, которые, особенно где не регулируем пешеходные переходы, конечно, особенно так как мы участники все движения. Очень приятно, что дети постарались, ну, поставим на самое видное место. Очень приятно. Очень. А я просто смотрю по телевизору, иногда тоже так вот останавливают, подарки дарят. Думаю, ну что ж меня-то не остановили? Вот спасибо вам, ребят. Елочку внуку отдам. Скажу, чтобы тоже не нарушал правила, когда на велосипеде гонять будет. Акция «Безопасный Новый год» стала традиционной. Уже не первый год школьники вместе с полицейскими создают праздничное настроение и призывают к соблюдению мер безопасности на дороге. Всех детишек хотел поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи, успехов в учебе, ну и, конечно, безопасного перехода при переходе проезжей части. Будьте внимательны и осторожны. С Новым годом! Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.